что там у нас по времени? Ага, пора будить веселую семейку. Катя, доброе утро. Доброе утро, мам. Встала сегодня пораньше, я хочу сделать себе маникюр. Хорошо, Кать, яркий только не делай, учительница заругает. Дианочка, Дианочка, просыпайся, пора вставать. Мам, да я уже не сплю, просто так валяюсь, сейчас встану. Мальчики! Тьфу ты, ну ты перепутала, они же здесь не живут. Даник, вставай, скоро в детский сад. Мам, доброе утро, а можно мне в детский сад сегодня вместо Даника? Я в школу не хочу, там 5 это контрольная. Ну хорошо, тогда в школу отправим вместо тебя Даника, он уж тебе контрольных там нарешает. А я согласен в школу сходить, а я согласен. Я считать умею. 2 + 2 = 4. О, отлично, Даник, с такими познаниями тебе есть только в первый класс. Ай, я не выспался. А почему в детский сад ходят так рано? Ой, Даник, в школу тоже не поздно, надо ходить. Я не выспался, глаза прям закрываются. Но я думаю, 2 чашечки кофейку решат мою проблему. Макс, а что, кофе помогает как-то просыпаться? Ну да, бодрит еще как. Макс, а можно мне тоже кофе тогда? У меня глаза закрываются, хоть спички вставляй. Я вчера мультики смотрел до 12. Кофе тебе? Фу, я не знаю, мама тебе разрешает уже? Макс, а мама разрешает тебе играть до 3 утра? Ой, да ладно ты, на, только 1, 2 тебе точно нельзя. И пей быстрее, пока мама не увидела. Спасибочки, Макс, ты настоящий брат. Фу, пахнет невкусно, если честно. Ага, настоящий брат, конечно. Хотел все маме рассказать. Она меня предупредила, если я еще раз буду играть до 3 утра, то она мне видеокамеру в комнату поставит. А мне надо, чтобы она за мной подглядывала? Нет. Ты давай, пей, а то если мама узнает. Пью, Макс, так-то ничего, распробовал вроде. Как здорово, я проснулся. И что-то мне очень сильно хочется побегать. А еще покачаться быстро. Да, Ник, после садика накачаешься. Пойдем скорее, а то опоздаем к завтраку. В садик? Конечно, бежим, мама! Догоняй! Что это с ним? Здравствуйте, Ольга Николаевна! Привет, девчонки! Ай! Здравствуй, Даник, аккуратно, осторожно! Девочки кубики тут раскидали. Ничего, я не ошибся, все нормально! Как здорово! Здравствуйте, Ольга Николаевна. Даник, давай пока, вечером приду, может пораньше даже заберу. Смотря как на работе будет. Хорошо, мам. Слушай, дай на велике покататься. Еще кружочек проеду и дам, ладно? Какой ты, Даник, сегодня энергичный. Выспался, наверное, да? Выспался, еще как! Ничего себе ты гоняешь, смотри, сил совсем не останется, а нам еще гулять. Останется! Иго-го, мы поедем далеко. Иго-го, мы поедем далеко. Ху-ху! Даник, дай на лошади покачаться. Я тебе горку уступлю. Сейчас, подожди, я только накачаюсь и сразу тебе отдам. Даник, не так быстро, голова отвалится. Не отвалится. Да что ж с тобой такое? Как энерджайзер, туда-сюда. Так, ладно, играйте, я пойду наложу вам завтрак. Играйте, я пойду накрою на стол. Кушайте, не обляпайтесь. Кто все съест, есть еще добавка. Можно мне добавки, я все съел. Да, конечно, Даник, сейчас положу. Какой ты голодный сегодня, не позавтракал дома? Завтракал, да? Странно, девочки, вы поели? Тогда идите играть, я сейчас посуду соберу и буду ее мыть. А давайте я посуду помою, я люблю посуду мыть. Спасибо, Даник, но нет. Посуду мыть моя работа. Вдруг что-нибудь разобьешь и обрежешься еще. Иди давай, играй лучше. Иго-го, мы поедем далеко. Ихау! Ольга Николаевна, Даник мешает нам спать, он прыгает на кровати. Я не виноват, что тут такой классный пружинный матрас. Смотрите, как подпрыгивать можно. Даник, нельзя. Но сколько можно тебя укладывать? Девочки вон уже почти спят. Я уже 3 книжки вам прочитала. Давай ложись, укрывайся одеялком. Не хочу, не буду. Даник, это детский сад. И ты обязан лежать на тихом часе. Не спи, просто спокойно ляг. Я не могу, я не хочу. Я хочу прыгать. А можно я покатаюсь на велике, пока все спят? Да что такое с тобой сегодня, я не понимаю.
Даник, ложись, пожалуйста. Давай я еще одну книжку вам почитаю. Ты сам не спишь и девочкам мешаешь. Все, Даник, ложись, слушай. В чаще леса была избушка, а в этой избушке жили... А я знаю, кто там жил. Там три медведя жили. Один медведь папа, медведь мама и маленький медвежонок Мишка. А они ушли, не помню только куда, а потом девочка в лесу заблудилась, нашла их избушку. Зашла туда и сначала увидела большой стол. За ним стояли большой стул, поменьше стул и самый маленький стульчик. Она сначала села на большой стул, ей было неудобно. Потом на средний стул, тоже не очень удобно. А потом села на маленький, раскачался, его сломал. А потом... Ольга Николаевна, вы меня слышите? Я вам еще сказку не дорассказал. Ой, она за стульчика упала и храпит. Ольга Николаевна спит. И девочки дрыхнут. А я немножко покатаюсь на лошадке. И тихонечко, чтоб никого не разбудить. А Ольга Николаевна спокойной ночи. Она на полу лежит и храпит. Ай, а тихий час уже закончился? Тише ты там, не видишь, Ольга Николаевна спит. Спит? Как это спит? Как? Как все? Даже храпит немного. А ты не знаешь, вставать уже можно? Ну вставай, проснулась так. А может, у Ольги Николаевны спросим? Не, пусть спит, не выспится, злая будет. А, ну ладно, я пока на велике покатаюсь. Катайся только аккуратно, воспитательницу не задень. Хорошо, я буду ее объезжать. Игага, моя лошадка, игага. Даник, как и обещала, пришла пораньше. Ольга Николаевна, Ольга Николаевна, что с ней? Ольга Николаевна, у вас все в порядке? Мам, у нее все хорошо, она спит. А? Ой, что такое? О, я что, уснула, что ли? Какой кошмар, последнее, что я помню, это как читала книжку Данику про медведей Машу. А что было потом? Вообще не помню. А я помню. Я сидел на кровати и рассказывал вам сказку. А потом, слышу, вы со стула упали и захрапели. Но я не стал вам мешать. Думаю, выспаться тоже надо, чтобы настроение было отличное. Кошмар, какой кошмар. Дарья, извините, пожалуйста, такого никогда не было и больше никогда не повторится. Это ж надо было. Как это я так? И, кстати, у Даника сегодня очень странное поведение. Я никак не могла уложить его спать. Да так не могла, что себя уложила. Ничего, Ольга Николаевна. Бывает, устали, наверное, очень с детишками-то. Даник, пойдем домой. И насчет поведения у него, да. Я сама что-то не знаю. С утра прям как заведенный. Что такое, Даник, а? Не знаю, мам, просто выспался радостно и весело. А чего? Да нет, просто как-то странно. И слушай, на тихом часе в детском саду нужно спать, как и все дети, ты понял меня? И слушать воспитательницу. Понял, мам. Так, дети, тихий час закончился. Просыпаемся, кто еще не проснулся. Ваша воспитательница уже проснулась. И пора проводить день в детском саду дальше, по расписанию. Макс, а можно мне сегодня тоже чашечку кофе? Я опять не выспался. Держи, Даник, что, мне жалко, что ли? Попили чаю? Даник, у тебя что там такое в чашке, кофе, что ли? Спасибо за завтрак, мам, я пошел. Мам, ну да, Макс мне хотел дать попробовать. Точнее, я у него выпросил. А то чего-то никак глазки с утра не открываются. Ах, вот она причина твоей гиперактивности вчера. Вчера тоже кофе пил. Макс! Мам, у нас контрольная важная. Мне опаздывать никак нельзя. Давай после школы поговорим. Тем более это не я, он сам выпросил. Давай-ка, тебе чаёк слабенький, а маме чашечку кофейку. Маленький ты ещё. Подрастёшь, потом кофе будешь пить. А то вон оно как на тебя, оказывается, действует. Эх, ну вот, теперь я и в садик не хочу. И глазки опять закрываются. Ай, почему взрослым можно всё, а детям ничего нельзя? А, несправедливость получается.